Вы на канале Funny Yorkshire Terrier, и в своем видео покажу обзор на сумку для перелетов от фирмы Ferplast. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Эти сумки у нас начали продавать давно, где-то 2 года назад. Продавали их только в электронных магазинах. Стоили они 70 евро. Для Литвы это довольно дорого. Я хотела эту сумку посмотреть вживую, поэтому покупать ее тогда не стала. Но в этом месяце на эти сумки дали скидку 50%. Не из-за того, что на сумках есть дефекты, а из-за того, что решили устроить летнюю распродажу вещей для путешествий с собаками перед отпусками. Я ездила в магазин с Синукой за сумкой и решила ее все-таки купить. Хотя мы в этом году с Фаней никуда не полетим, так как у меня не будет летнего отпуска, я в отпуск пойду осенью. Фирма Ferplast производит коляски, сумки, мисочки, лежанки, заколки, бантики, резиночки, расчески. Кстати, коляска и сумка от этой фирмы у нас уже есть. С коляской мы обычно ездим к грумеру и за покупками. В путешествие пока что коляску не беру, так как мы с Фаней не ездим в длительные путешествия. Обычно мы ездим на дня 3-4 и ездим по Литве. Если мы полетим куда-то, то, скорее всего, коляску я с собой буду брать. Также у нас есть силиконовая сумка от Ferplast. Купила я, когда Фане было 1,5 года, и ей удаляли молочные зубы. Она очень удобная. Вместе с сумкой я покупала вкладыш, но вкладыш выносился. Пока что я не могу его никак заменить. А сумкой мы пользуемся до сих пор. Ездим к грумеру и иногда ездим за покупками. Или просто погулять в какой-то парк. Так как в парке Фаня предпочитает бегать, а не сидеть в коляске. Да и я считаю, что коляску нужно использовать только тогда, когда собака либо сильно устает, либо после болезни или операции. В магазине сумку продают в 3 цветах – розовую, голубую и серую. У сумок серая вставка, есть 4 окошка сбоку, спереди собаку сажают в сумку, и также на переднем окошке написано название фирмы и значок сбоку. И сзади. На заднем и на переднем окошке есть вот такие вот шторки, чтобы закрыть животное от солнца. У сумки есть большая ручка, чтобы носить сумку на плече. И вот такой вот смягчитель. У сумки железные качественные карабины. Есть маленькая вот такая вот ручка. Внизу на сумке вот такие вот ножки, чтобы сумка стабильнее стояла на полу. И липучка, видимо, чтобы в самолете сумка фиксировалась к ковру, чтобы во время полета сумка не двигалась. На переднем окошке тоже вот такая вот шторка, чтобы посадить животное. Открывают переднее окошко. Внутри сумки есть карабин, чтобы зацепить животное, и оно никуда не убежало. Дополнительного дна нету, вот просто такой вот плотный материал, но можно сумку застелить одеялом или пледом, или есть специальные такие коврики для сумок и пластмассовых переносок, их можно купить. Также сумка полностью разбирается. Если, допустим, вы в какую-то страну или город поедете за животным, то сумку можете сложить вот таким вот образом и убрать в чемодан. Еще мне сумка нужна для того, что я осенью собираюсь учиться. Вернее, у меня будет модульно. Иногда практика, иногда
лекции через интернет. Я подала документы. Результатов пока что не знаю. Но так как специальность у меня связана с домашними животными, кошками, собаками, то на лекции иногда можно будет брать собаку, а иногда даже будет нужно, так как будут какие-то практические занятия со своей собакой. И я смогу в такой сумке Фаню возить, так как там могут быть другие собаки, а она может испугаться. В сумке она будет более защищенной. Сейчас у меня Фаня сидит в сумке. Сумка не закрыта, она из нее не выбегает, но там у нее есть вкусняшки, и она спокойно там лежит. Животное лучше всего приучать к новой сумке с помощью вкусняшек. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы вас с вами очень любим. Желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео.